Друзья, всем привет! Мамка ухаживает за сынком. Гляньте. Они часто, она бывает играются, бывает этот. Сейчас я, друзья, возьму досточку, хочу сегодня дать лука, а вот этот, который пророщенный, где-то посажу. Пускай как бы прорастает. И можно будет и самим кушать, и ему дать, может, и этим птичкам каким-то дадим. Так, ножик есть. Надо сейчас досточку достать. Хочу попробовать несколько луковиц. Сейчас отдам этот. Там у меня осталось, а вчерашняя. Ну, я бывает больше на... Нарубаю этих арбузов и этот. Ну, все не раздаю, потому что этой даю два ковшика, Пумби и Фиони, с этим по одному. Этим малым даю этот. Вон они лежат. Даю пол ковшечка, и то они вот выбрасывают паразиты. Да, колбаски. Лежат себе спокойно. И, друзья, много кто заметил, начали меньше они орать. Ну да, все равно тише стало здесь. Так, курочки. Друзья, это, да, походу, такая взрослая курочка. И уже, наверное, она будет нести яйца. А вот это вот две молоденькие. Раз, два. А не, вон она, это наша была. Которая... Ну, посмотрим, друзья. Пускай занимаются. Опа, залетел. А это петух. Хотя, если смотреть на ту курочку, непонятно. Может, даже это и курочка. Это помните, что хвост у нее был расклеванный? Видите, сейчас вроде бы здесь перестали клевать. Хотя, сегодня и этого поклевали. Где он? А его здесь нет. Он где-то... Мы его убрали отсюда. Потому что кипиш с ним дерется. Пухового этого. Мы думали, что нормально, но сегодня его... Видите, вроде все. Да, вон он сидит. Вон хвост мы ему за это. Короче, побили. Видать, кто-то один клюнул и начали клевать. Ну, они как... Так они и делают всегда. Опа, правая сторона. Гляньте. У Катьки. Гляньте, как выперло. Вот он туда. А ну. Где ты? Я так еще после того раза никак не могу их почувствовать. Но она такая спокойная, друзья. Да, Катька? Как двери. Молоко убавляется. Она толкнется. Козлы? Не слышу еще. Не пускай. Не, ну, молоко убавляет, живот растет, значит, Жасминка, что ты творишь? Так, друзья, давайте сейчас нарежу и этим кину. Ну, что я также за ту кастрюлю не сказал. Сейчас раздам свиньям, козочкам дам по чуть-чуть. Ну, козочкам Катьке вообще чуть-чуть даю, потому что ее запускаем, надо меньше молоко. И зерна чуть-чуть даем. И, ну, она, в принципе, не худая, все, я думаю, будет все, ну, ж не первый раз, все будет нормально. Сейчас раздам, Володька, сейчас раздам вот это, ну, это тут чуть-чуть осталось, утрешнее, семечко. Малые любят семечками, а семечки остаются на самом низу, поэтому малым последнюю очередь дам. И, кстати, друзья, сегодня заходил за кочанами, ну, за вот этими своими кусочками. И смотрю, там фурия сидит. Володька тут на нее нападал. Ну, короче, этот. Она убежала. Ну, они тут спокойно ходят. Он когда в будке спит, они приходят. Поэтому они тут и там Тайсон, я видел, сидел, и Мурка. Они тут патрулируют полностью весь этот. Еще хочу сказать. Много кто написал. Ну, немного, но некоторые люди написали, что... Я просто увидел и подумал. Что этот,
Мало им места. Друзья, здесь 30 штучек. Уже даже меньше. Мы вчера 2 штук отсадили. Я вам сейчас их покажу. И они будут все уходить на мясо. В ближайшее там время скоро будем убирать уже несколько штучек. Им хватит тут места. А даже если его хватит на один день, я буду доволен. Кому-то нарву, тех пущу, они выклюют. И будет нормально. Но я думаю, на дольше хватит. Это же я не... Понятно, если бы я таких больших пустил цыплят, да, или курей, они выклюют там, затопчат. А малые будут там ходить не один день. Так что такие дела. Я им сегодня на пол насыпал. И потому что они все равно рассыпают. Ну, петухи побольше, которые, видите, начали клевать. И до завтрашнего этого ничего не буду давать. Ну, кроме сейчас лука им дам. Лук вообще, друзья, мы не то, что прям сильно часто даем, но вот такой, который, знаете, который я перебираю с Катей, мы перебираем, и который такой, знаете, чуть-чуть где-то росточек пошел, мы его даем все, в основном весь птичкам. Он, во-первых, полезный, и он как в лечебных целях, то есть птички не так будут болеть, там, насморк у них, там, или еще что-то. Но мы когда-то такую информацию узнали, и думаем, что мы будем садить лук там или еще что-то даем им. Сейчас, одну секундочку. Друзья, пока резал, наплакался. Получается, вот, нарезал. Ну, она там некоторая вообще пропавшая. Это хочу попробовать козлихам дать своим. И вот это наготовил. Тут крапива. Крапива и лучок. На. Во. Угу. Пробую. Ему дам и цыплятам. Но ему, наверное, больше крапивы. Я так иногда ему даю. Там есть кусочек крапивы. На, витаминки. Не выпрыгуй, не выпрыгуй. Ничего нема, нема. Он мух хочет. Вечером наловлю тебе. Буду стрелять их. Хлопать, наловлю ему. Наловлю. Все. Кто как его называет? И Аквамен, и, короче, кто вспоминает, январенок у нас был тоже, но он не январенок, он или августенок, или сентябренок. Вот, пошел водички попьет, ну, покушает. Так, я хотел, друзья, тут подал, ну, этой штукой своей по этот, ну, посмотрел. Вот этот весь лук, он не годится, он мягкий весь внутри. Вот гляньте, все, мягкий. Ну, он, который проросший, я его закину в землю, может прорастет. Вот этот вот мягкий. Вот, видите? Ну, короче, этот вообще негодный. Ну, я же говорю, там по-любому еще где-то через месяцок мы переберем. Останется один ящик, что-то им пойдет. То есть, ну... Как бы будет нормально. А, вот сегодня... Где она? Тут-то где-то. Перебрал в погребе морковку еще.
Вон она. Ну, это такая мягкая мы. У нас, друзья, как сказать, ничего не пропадает. Я так время от времени смотрю. И все хозяйство. Морковка, козочка мы даем. И кроликам по чуть-чуть. Так, ну хотя козочки и это любят. Сейчас я это раздам. Свиньям кинул этого, друзья, лука. Что-то им не понравилось. На, пятнашка, на, чуть-чуть. Вечером дам. Вечером, на, это тебе такой обеденный. Как знаете, мороженое скушать. Вот они. На, и вам дам. Сейчас. На, вот. А им с косточками нравится. С косточками нравится. Вот такое. На, на, на. Опа, хитрая, на. Оп, 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 оп. Все, все перебежали. Сейчас я им еще сюда с косточками вот так насыпаю. На, беги, 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 свинья. Вот, и с косточками они любят. Но, а сами эти гарбузы поостаются. На, не сильно они их любят. Он выбирает, выбирает. Видите, выбирает косточки. Артисты маленькие. Оп, оп, оп. И все, косточки выбрали и убежали. Бегают теперь, бегают туда-сюда, туда-сюда. На, еще, на. Выбирайте косточки. Ну, а это потом все равно, друзья, я тут, когда чистим, выбираем. На, Катька, тебе много нельзя. На, тебе чуть-чуть. Ну, я вечером в основном даю, вот так вот. На. 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 Вот. Сейчас, Жасминка, я тебе дам. На. Ну, Жасминке даю тоже пол ковшика вот такого. На, то что козам тоже все равно, друзья, козам много такого тоже нельзя. Сено, водичка пьется, соль, гляньте, какая соль уже осталась. Иду, вот они все, эти особенно любят. Так. Сейчас я пумпе дам, а все остальное девкам, ну, по чуть-чуть, друзья. Это в обед. Вечер. Я вечером даю. В основном такое все даю вечером. Так, а им сейчас я высыплю, потому что сам не могу. Я им с ведра высыпаю, друзья. Вот, все, выбивается ведро. И чистенькое. Девкам. Захожу, Фиона сразу на меня фыркает. А Катя заходит и спокойно ее гладит, улаживает. И все отлично у нее. Великолепно. А меня не любит. Пумба поел. Сейчас еще попробую дать козочкам этого. Как его? Лука. Чеснок Жасминка кушала. А вот лук, не знаю, сейчас посмотрим. А, все в сборе. Все в сборе получаются. Мурка, Тайсон, все. Отдыхай. Ага, этот. Вот, не, этот потом на улице кину. Обойдем по чуть-чуть. Сейчас малым дам. Так. Катька, на. На, пробуй. Будешь? На. На ты. Катька и этот ела. Чеснок. Ой, Жасминка. А может ты листик будешь, Катька? На. На, облизуйся. На вот так. На вот так, пробуй. Лучок, на. На. Жасминка с удовольствием. Еще много давать не буду. Ой, хватит. Ну на, листочек еще тебе. Вот видите-ка, на, пробуй. Пробуй. На, а ну. Ну, съела. Гляньте. Я думаю, по кусочку можно. Да, на. О, распробовала, Катька. На. Все, хватит, это с Цезарю надо дать.
Я ж Цезарю ещё хотел дать. На! На, 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 на. 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 На, разошёлся. О! О, не хочет, нате. Всё. Сейчас, видите, они тоже едят. Сейчас им кину. Вот, малым сначала. Все, нема. Жасминка, хватит. Это на, по разочку хватани. Опа. На. Катька, на, на. Крапивка там не хочет. Ну на, хватани. Все. Это коза, конечно. Все, шеи не дай, она все ест. Так. На. 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 Угу. Ой, задел телефон, друзья. На, еще сюда, в сторонку насыплю. На. На. Сласти. Вы. Ну, пускай они что-то... Что-то поклюют, малые не сильно любят, но я им специально такой более-менее. Так, что вы орете? Я вам что-то даю? Я вообще ничего не даю. Что вы орете на меня? Я вам что-то даю? Я вам и не давал ничего такого, кроме того, что вы едите. Пятнашка вылезала. Молодец. Я специально мелким нарезал меленько. Ну, вот как и ему. Ну, он скушал, пускай. Так, сейчас. Володя, на. Проверяй. Так. Сейчас, друзья. Так. Раз. А так, все. А чуть-чуть, друзья. Каждый съест по кусочку, я думаю. И все, и будет нормально. На, еще. Все, а так. Ага. Видите, клюют. Раз. Здесь, видите, кусочек скушал и сейчас проглотит. Все, а оно ему и витаминки, и еще и как лекарство. Тоже хорошо оно работает. Мы стараемся всегда давать, если у нас даже дома лук, там этот, все. Курочкам отдаем. Курочкам и петушкам. Вообще классно, мне нравится, как у них там в середине. Так, ну утки не едят. О, фазаны, фазанам еще кину сейчас. А ну. Давно я фазанов не показывал днем. Гляньте, какой этот фазан становится уже. Вообще, видите, белое. Вокруг у него будет белое, голова синяя. Здесь плохо фокусируется. Так, а ну. На утки. А. Видите, они даже не бегут. Видите, так. Ну, я знаю, что утки не едят. Это а ну, фазаны. А ну, оп. Чик. Все, давай, забегай. А ну, гляньте, какой сейчас. Сейчас я им чуть-чуть кину. Вот так. О. А ну. Клюют, клюют. Клюют. Я вот так вот телефон. О, гляньте. Какой самец красивый. Все равно, даже хоть и самый простой, все равно красивый. Мне нравится его лучок. Сейчас кину еще чуть-чуть. А ну. А это остальное индюками этим. Все, они понятно, а им много тоже ж не дам.
Потому что они тоже сейчас попробуют чуть-чуть и все. Кстати, там вот это писали, веточки мешают. Я думаю, нет. Они некоторые залетают. Они просто еще не привыкли. Я думаю, наоборот, где веточки, они там обходят, залазят, типа спрятались. Не, не сильно, видите, им подходит. Эй, утки, вроде подошли, а никто не ест. Ну, друзья, просто я еще кинул, знаете как. Я же знаю уже, что они не будут. Потому что все равно некоторые люди напишут, что кинь, а уткам не кинул, забыл за уток. Я ни за кого не забываю, друзья. Ага, вот, вот они, видите, два петуха. Все, они будут здесь. Так, на. На. О. Беги, 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 беги. Беги, беги, беги. Сейчас все прибегут. Давай, 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 давай. На, 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 на. Давай, 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 давай. Беги, 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 беги. Сейчас и тем кину чуть-чуть там. На. На. Все. Все, давай. Вон, они там тоже. Угу. Все, а это чуть-чуть индюкам. Ну, по чуть-чуть, друзья. Лука тоже ж много. Не надо им. А они так немножечко подъедят, гляньте. Артисты какие. Угу. Опа. А здесь малые. Угу. Олю-лю-лю-лю! Сидит, сидит в гнезде. Да, у них тут, конечно, грязненько. Но ничего. На! На, беги! На! На! На. Индюки тоже что-то не сильно хотят. Ну, эти сейчас распробуют, эти будут. Не сильно хотят. Ну, пускай. А я думаю, понемножечку съедят. Но в основном куры. Куры любят. Куры, петухи. И немаловажно, что им полезно. Видите, там, кстати, друзья спрашивали. Вот видите, сегодня комбинирована и дробленка, и кукурузка. Здесь чисто кукурузки мы им насыпали. Когда эту съедят, ну, съедят завтра, наверное, я им насыплю пшенички. Ну, ячмень целый не сыплю, потому что в дробленке ячмень есть. На, на, на. Поэтому там просто спрашивают, чем, что вы даете. Вот так вот. Бывает, бывает, Катя делает дробленку мокрую. Туда сыпет этот. Ну, сейчас он закончился. Мел был. Обязательно сыпет этот. Всю кашу собирает у котов, у собак, которая осталась, все туда. Хлеб с дома бывает какой-то. Ну, мы все сюда приносим. И все. Кстати, сейчас пойду покажу. Вот она уже собирает, готовит. Все, курочки по чуть-чуть съели. Может, недельки через три еще им немножечко сделаю. Вот здесь тоже вон они сейчас все пособирают, друзья. Так что такие дела. О, о, кстати, видите, Катька сейчас чаще лежит. Ну, беременная, что там, раз, или котная.
Что там разговаривать? Лежи, 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 Катька, лежи. Лежи, лежи. Все, ухожу, ухожу. Тяжело же вставать. Сколько, сколько их там будет, Цезаревичей? А, видите, не поели, уже вляглись. Лишь бы орать. Чего вы орете? Тут же ж тепло, хорошо, водичка есть. Что вы еще хотите от меня? Я думаю, еще недельку, а потом будем им добавлять. Но знаете, как мы думаем? Раз налили и все. Потому что... Они, как бы, знаете как, орать начали, что приходилось им подливать постоянно. И они уже думали, если мы будем орать, значит, нам подольют. Вот, видите, Катя сюда собирает, собирает. Вот кашу там вот такую, например. Ну, сейчас вкусная каша получилась. Коты, собаки съедают. А так и каша, все, сюда. Мясокостной рыбной муки. И курочки с удовольствием все кушают. Бывает, я натру у этих кашников. Ну, как я и думал, друзья, до Нового года хватит. Да. Мы сильно не переводим, не даем так, что. Хотя вот у курей, у цыплят, я вот поставлю, оно там лежит неделю. Потом это уткам кидаю, утки все доедают. Так все такие дела. Все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока. Кс-кс-кс.